Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dragon's Dogma. Мы находимся недалеко от Гранд Сорена, мы пошли в сторону холма, потому что одна из наших зацепок это... Ух ты, кладбище. Одна из наших зацепок это то, что где-то здесь находится парень, который может что-то знать по шифру, который нас попросили расшифровать. У нас в команде две цыпочки, у нас Майя и Элис, и хотя я много ругал Элис в свое время... Но, тем не менее, в конце предыдущей серии она врагам устроила такой ядерный холокост, что теперь я ее люблю. Но, пожалуй, все-таки надо выпустить. Это называется посвящение. Так, ладно. Дорогу у нас, по идее, осталось не так много идти. Да, но я думаю, как раз этот замок, который на горизонте, видать. Именно там, я думаю, что-то будет. По этой теме. Так, а ты кто? Ну ладно, новая лучница. Но пока что брать не будем, я прикипел к Майе и не хочу ее отпускать. Пока что она еще тянет на своем 30 уровне. Это уже 31 и скоро новый наберем. Ну ладно. Грифона, что-то не видать. Многие просят грифона, но видите, не летит. Я не умею его сам призывать. Нету такой возможности. Как? А как ей? Не пытайся произвести на девушек впечатление. Они все сохнут по поп-копу. Так. Короче говоря, как появится грифон, так уже будем с ним разбираться. Если он убежать не успеет. Так, вы бы шли бы обратно, а? Ну, ребят, ну, что вы меня бросили? Так, это что за замок вообще? Трудные времена, я с тобой согласен, но ты мне ничего не скажешь, я так понимаю, да? Что за башня? Здесь у нас торговцев нет. Шо? Понятно. Понятно. Ну и здесь потом разберемся. Пока что я ничего полезного тут не вижу. Нам, похоже, дальше по дороге. Я тоже думал, мы сейчас... Ребята, ну не перебивайте меня. Я сейчас начну убивать эту людей. Короче говоря, нам, похоже, вот на этот холм. Что у нас будет на этом холме, мы сейчас посмотрим. Но кажется мне, что... там нехорошее будет. Ой, опять гарпии. Ненавижу гарпий. В них трудно попадать. А магички наши по ним не стреляют. Или стреляют, но запоздало. Тактическими ядерными боеголовками. Новые волки. А, отпусти меня! Ты посмотри, какие они. Серьезные противники. Ты еще живой, что ли? Вот это надо сказать. Серьезно уже опасность, я так понимаю. Ах ты скотина, а? Да, блин, ты посмотри, что творят. Ах, отцепитесь. Рубаем его, рубаем. Ну, за них опыта дают, соответственно. Да, посерьезнее уже угроза стала. Двоих одним ударом. Ничего. Да, блин. Лечите меня. Смотри, как мускулистый. Не волк, а прям машина для убийства. Огнем их хорошо, я смотрю, рубаю, да? А как я сказал, руби их крылья. То есть не руби, а жги их крылья. Да блин! Чуть не ушла, а?
Ладно. Фу. Ты еще живая, что ли? Убейте ее, пожалуйста, кто-нибудь. Подожди, Элис спит. Не трогай Элис. Элис тоже оказалась хорошей девочкой. На удивление. Так, ребята, вы бы держались со мной рядом, а? А то вы прям к врагам идете. А, то есть это снежные гарпии и снежные волки. Блин, ну как я мимо них прям, а? Как в этой игре не хватает нововведений, как в Dark Souls? Вернее, не нововведений, а автонаведения. Вот это было бы просто шикарно. Шо? Тихо, это что там такое? А, так, меня усыпили. О! Грифон! Вот и ты, скотина. Так, мне нужен огонь, чтобы жечь твои крылья. Рубайте ему крылья. Он же сейчас уйдет. О, горит. Отлично. Нравится? Рубай его, рубай. Так, отходим. Сейчас начнет легаться. Надо к крыльям поближе. Блин, у меня огонь кончился. Тихо. Парень чан. Ай, молодца. Это Элис отрабатывает по нему. Жгите его, жгите, чтоб не улетел. Хорошо. Не улетай, ну, вернись. Акаки, Акаки, роняй его. Акаки, держись. Акаки, роняй его, молодца. Блин, у меня опять кончился огонь. Все, давай. Давай, погнали. Ну, скотина, я тебя не упущу. Льдом? Льдом-то нахрена? Чё-то Элис какая-то страшная магичка. Чё только не делает. Так, всё, я спрыгиваю. Очень уж быстро у меня кончается энчант на огонь. Смотри, не так много. Так, Майю надо подлечить. Элис тоже, я смотрю. Да что ты делаешь-то? Так, тихо. Это все хорошо, конечно. Мне нужно... Беситься начинает. Так, Элис, вставай. Ты мне нужна. Майя. Отработай по нему. Неудобное место, я нифига не вижу. Давай, 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 лезь по нему. Я оседлаю. Кто-нибудь, заинчантите меня на огонь. Да не туда. Упал. Не выдержал. Если он не убежит, мы его убьем. Мы справляемся с ним.
как и роняй его нафиг. Скотина. Блин, я выдыхаюсь постоянно. Ничего. Давай, друзок. Блин, ну ты посмотри. Совсем не хочет умирать. Крылья, жгите ему маги. Ну что ж вы тупите? Я просто не могу попадать по ним. Эу! Ну-ка, Майю не трогай. Он ее сгрыз просто. Дожгите крылья. О, кто-то отработал по крыльям. Он что, умер? Похоже на то. Все, заломали грифона. Майя, что-то... Конечно, хорошо отрабатывали твои метеоры, эти огненные. Да блин, я ж тебя... Ну, надо сказать, это было достаточно интересно. Хорошо. Эти яблочки поедем. Так, здоровье чуть-чуть. Опять эти гарпии. Ну, гарпии после такого, это, конечно, смешно. У нас скоро будут левелапы с таким количеством экспы. Так, далеко идти, нет? Там, похоже, Стоунхедж какой-то. А, мы прям подходим уже, все. Фу, тяжелый был бой. По большей части, ну, я думаю, теперь-то напарники научатся, если еще один грифон вдруг прилетит. Стрелять ему по крыльям маги именно. Так, ну что, him who knows that I know what he's... Тот, кто знает, что я знаю, что он ищет меня, хорошо знает. Что он знает то, чего не знаю я, или нет. Чё сказал? Ты кого послал? Так, ладно. У него тоже, похоже, шрам на груди. Возможно, он тоже бывший Арайзен какой-нибудь. Ты видишь меня, да? Я поздравляю. Ты нашел человека, которого искал. Я... ну, я был таким, как ты. Дитя человека. Короче, драконом что-то сделанный. Приятно познакомиться, молодой Райзен. Короче, он тоже был в свое время таким же. Интересно. А я думаю, что за страны какие-то? Тропки. Это, оказывается... Так, ну мы прибыли в его жилище. Что ты нам скажешь? Приятно познакомиться, избранный сегодняшних дней. Вновь закованная цепь в великой, вернее, звено в великой цепи. Ты пришел в поисках значения того, что произошло, и слов, которые могли бы все это обозначить. Но такого тут нет. None
Ничто не говорило о том, что приведет это тебя сюда. My form can be discerned only by the true arisen. I am the dragon. В общем, его может увидеть только настоящий, восставший Райзен, избранный. Он закованный драконом, так что ли? Go now. Иди. Tell him that gave you the cipher of what you have heard here. Иди, скажи ему шифр, который ты здесь услышишь. А, то есть он уже передал шифр, да? Простите за перевод, в этой игре почему-то у меня знание английского вообще отказывает. Я как-то перевожу все очень коряво. The slate you bear holds no meaning beyond having brought you here, arisen. But take heart. Our meeting shall avail you better than any text could. My form can be... Что, по идее, встретиться мы были не должны, но само то, что мы увиделись, очень многое означает. Так, ну что, пора выходить. Вот и пришли мы сюда. Что-то еще есть? Может, здесь какой-нибудь мега-меч или мега-щит? Сверстлет. Что за браслет? Так, подожди, это на голову? Сопротивление магическим атакам. Отлично. Возможно, я даже сейчас надену, если она не будет слишком глупо выглядеть. Ну, в принципе, ладно. Пусть будет. Необычно, по крайней мере. Изометрицин. Что это такое? Элис, тебе подлечиться нужно, наверное. Древний свиток, я так не понял, для чего они. Хорошо. Так. Майя и Элис. Я думаю, пока здоровья хватит, ладно. Сейчас вообще, судя по всему, мы скоро от Майи избавимся, потому что, ну, уже маленько не тянет она. Ну, это пока что, конечно, не сильно еще выражается, но, тем не менее, хотелось бы уже где-то уровня 35-го кого-то взять в команду. Потому что Элис, она, если ей дать волю, она тут... Она, короче, просто разнесет все в щепки своей мега-магией, но для этого нужно время. Майя пока такого не умеет. Так, нам, судя по всему, нужно возвращаться. Я же только что, по-моему, говорил точно ту же самую фразу. Ну, я отставший, как обычно. Кто не работает, тот не ест. Так, вечерело. Обратная дорога в Грансорен. Там у нас что-то еще на горизонте. Сейчас нам нужно тупо идти назад. Видите, да? Человек. На поле нарисован тропинками. Как-то, я не знаю, хоть дали бы, как-то показали этот шифр, что ли. А то просто сказали, что вот ты получил шифр. Блин, глупо выглядит, конечно. Это кольцо на голове. Ничего, я переживу. А как я там что-то ломает, слышу. А как и всегда что-то ломает. Так, здесь где-нибудь можно переночевать, нет? Или прямиком придется идти туда? Похоже, прямиком. Так, ты у нас кто? Магичка? 32 уровня. Ну, допустим. Что ты умеешь, Калина? Прям как Лада. Так, что у тебя с рейтингом? Рейтинга нет, ты, похоже, вновь созданная какая-то. Зачаровщика. Так себе, честно говоря. Зачаровщика нам еще одного не нужно в команду. Сейчас ночью имеется шанс нарваться
на Химеру. Она в этих местах достаточно часто появляется. Ну и здесь, конечно, чуть-чуть севернее. Вот так. Игра. Не тупи. Кстати говоря, пока мы поблизости, может, вот сюда сходим куда-то? А потому что у нас по какому-то квесту, вот это, по-моему, показывает туда. Давайте сходим. Сейчас дойдем до развилки и на ней двинем в другую сторону. Потому что здесь, насколько я знаю, вот мы сейчас пойдем, там слишком много гоблинов. Драться с ними не то что сложно, скорее надоедает. Тихо. Да будет свет. Так, ну, где у нас дорога в ту сторону? Шо, вон она идет. А, нет. Может, воин еще одного взять? Какого-нибудь вот такого страшного? Яна. 32-й? Нет, 32-й. Не вариант. У нас свой воин. Не хуже. Был бы там где-то 40-го, еще можно было бы подумать. В принципе, два воина в команде, это, по-моему, уже неплохо. Я, конечно, не простой воин, но тем не менее. Здесь, говорит, путь заброшен из-за монстров. Ну, заметно, тут все разрушено такое. Так, вроде тихо. Нежить. Ненавижу нежить. Хорош. Он еще прет. Хорошо. Ну, легкая добыча. Ладно. С вами просто. Подожди, куда мне показывает карту? Один сюда. Нет, так, а второй показывает сюда. Подожди, почему мне по квесту пишет поэтому? Гримуар находится где-то в убежищах бандитов. Обыщите зону и получите томик. Блин, какой он шум на улице. Кому-то свисток дали. Очевидно. Еще просто смотри. Эти уже последние. А, нет, такие же. Да, блин. Минус. Хорошо. Еще где-то слышу, по-моему. Так, ну ладно. Пока что, короче, сюда идем. Мне кажется, что мы тут и найдем этот томик. Он, похоже, либо тут, либо там может быть. То есть нужно выбрать направление верное. Будем надеяться, что верное это. Блин, какой лес. Нехороший. Корявые деревья. Далеко идти там, нет? Не очень. Что он сказал? Она где-то увидела следы гиганта. На дороге. Я пока ничего не вижу. Да ладно. Stay vigilant, master.
О, это следы гиганта, по-моему, нет? Местные гопники. Все. А вот где-то поблизости их убежище. Хорошо. Мы, значит, на верном следе, на верном дороге похожи. Где кто? Как они увидели? Так, тихо, ребята. Окружать не стоит. Это что такое? Тихо. Волки. После белых уже, конечно, не то, но все же. Так, давайте Элис дадим лечилку. Так, Акаки, у тебя же полно всякого лечебного. Дай вот пару штук, Элис. А то она что-то совсем плохая. Ну и Майе тоже дай парочку. Все, шо? О, идет. Гигант там. Вы, наверное, не видите. Но он там. Ну что, дружок? Пошло-поехало. Так, я полез, нет? Так, по руке, по-моему, глупо было ползти. Но, ладно. Вроде получается. Сейчас шлем шибем. Так, сильный удар, я так понял, скидывает. Ладно, спрыгиваем пока. Да не то. А, меня убьют сейчас. По глупости. А ты-то кто такая? Так, хорошо. Да, блин, не удержусь. Что-то он взбесился. Так, хорошо. Блин, волки эти еще. Кто-нибудь, сделайте мне энчант на огонь, а? Молодчинка. Майя. Или это Элис сделала? В общем, кто бы ни был. Давай, давай, давай. Блин, как тяжело ползти по нему. Он что-то бешеный какой-то. По пузу не особо он бьет. Так, Элис, опять тебе прилетело. Тихо. Вот этого не нужно. Давай, давай, лезь. Я у него, похоже, там за мотню прицепился. Да елки-палки, а. Сейчас Элис накастует, если мы не убьем, конечно. Так. Сейчас Элис, похоже, свой... Подожди. Мега спел сделать. Так, ну что, к 7. Допустим.
Нет, не надо отдавать. Нужно использовать. О, полетело. О, хорошо. Прям в пузо попало ему. О, хорошо. Элис молодчина. Надо было пониже. Сейчас меня схватят. Давай, давай, давай. Ну все, уже труп считай. Да. С этими мы уже разобрались. Знаю уже, чудо как. Да как эти волки достали, а? Напоминает фильм с Лаймом Нисоном. Один из последних. Схват, что ли, называется? Где он там попал? В тайгу. И там выслеживали их. Ну, то есть они на самолете упали, и их выслеживали волки, стая волков. Ты что делаешь-то? Эту магию не надо против обычных волков делать. Чумачечая. Сейчас прилетит, смотрите. Он туда куда-то. Или нет? Что-то не похоже. Во, прилетело. Короче, секунд через 20 прилетает примерно. Так, ну что, мы будем бить? Женщина, что-то прям прут эти враги. Да офигеть вас тут. Все, на, пошли. Вот тут мы начали драться с циклопом, по-моему. Так, хорошо, теперь куда?